Отлично. Фрагменты второго тайма на ваших экранах, и Болтон продолжает атаковать. Мяч направляется в штрафную, а в штрафной есть самые разнообразные футболисты. Вот Анелька, или вот, например, Дэвис. Дэвис бьет в ближний угол и немножко потерял ворота Пэдди Кенни. 2-0. Девятая минута, со счетом 2-0 ведут футболисты Болтона. Таль сделал передачу на Дэвиса. Дэвис пробил, значит, пролетел между ног кого-то из защитников.